ФИФА. Первый судья этой встречи Алексей Пыханов ему помогает из Белгорода. Клюкин! Очень хороший здесь! Клюкин! Вот сейчас посложнее-то было Клюкину, потому что находился он в менее выгодной позиции. Здесь уже полулежа так. Это прямо-таки не Клюкин, а Андрей Рублев в матче против Роджера. Еще арбитров мы не назвали. Виктор Лестрата...